Ну, давайте начнем с небольшого отступления, что ли. Сейчас, ребята, я закончил вашего бота, обновил его все, проверил, протестировал прошлую неделю. Все нормально. Внизу сейчас, вот вы смотрите, там появилась картиночка. Ищем ее у меня в видео. Заходим, в описании будут две ссылочки. Качаем, смотрим инструкцию, пользуемся. Всем спасибо, а сейчас к основной теме. Поехали! Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. И сегодня, ребята, мы рассмотрим наших любимых питомцев. Что было сделано за 5 лет, какие питомцы были введены и в какой очередности. Не буду рассматривать, конечно, все апгрейды. Если кому, ребята, интересно, пишите в комментариях. Сейчас посмотрим на крайних питомцев. У меня так, количество их большое, даже все не вмещаются. Я здесь еще двух держу. Тут у меня один еще тусуется. Закинул в клетку парочку. В общем, питомцев наводили за 5 лет очень много. Сейчас быстро, без нервов, без хлопот, мы их всех и посмотрим. А сейчас к самому интересному. Конечно же, питомцы Музварс. Эволюция. Что нам разработчики интересного принесли за эти 5 лет? Давайте рассматривать. Быстренько, наверное. Блин, походу придется опять куча дублей делать. Сейчас накосячу, блин. Как обычно. Сильно не ругайте меня. Итак, давайте перейдем к самому первому питомцу введенному. После основных, конечно, тех четырех питомцев, которых я вообще не рассматриваю, это не очень интересно. Наш любимый Дракула был введен в 2012 году на первый Хэллоуин. Следующий питомец у нас был введен в Новый год. Вот такой был симпатичненький зомбятник. Типа, можно сказать, зомби Новый год. Следующий питомец, пришедший к нам с банкирами, был Нефтибабл. Кстати, сколько не смотрел, так и не нашел отдельную его картинку. Вот он везде идет, вот чисто с этой табличкой. Итак, следующий питомец — Робокот. За всю игру, сколько его вводили у меня, я так его и не выкачил. Все равно продал его нафиг, короче, его, не знаю я. Его все прокачивают, у меня плюс один он валяется, не знаю, что с ним делать. Итак, апгрейд нашего любимого Дракулы, до князя Дракулы, введение новых ему плюшек интересных. Не мог никак я это пройти, конечно. Тоже введение было на Хэллоуин. И, конечно же, появление робо-диджея. Это как раз Новый год. Красавчик прям. Следующее инопланетное вторжение. Это был, ребята, 14-й год. Был май месяц. Это я начал только играть в эту игру. Видение чужого. Видео, поэтому... прикольному пету у меня есть на канале. Можете посмотреть, откуда и что, и как он развивался. Следующий питомец. Моя любимая киберледи. По этой девочке у меня тоже есть видео на канале на петов. Можете тоже посмотреть. Прикольные получились. Наш новогодний, можно сказать, подарок. Следующий наш большой и огромный Кинг-Конг, введенный к нам на майские праздники. А вот он, страж нашей всей. Это новогодний подарок нашего 15-го года. Это Кристаллоид.
Один из моих любимых персонажей введен на 9 мая 15 года. Мой любимый Фрэнки. Считаю до сих пор, что один из самых лучших питомцев. И новогодний подарок. Новогодний подарок на 16 год. Это наш Таргон. О! Этого питомца вы уже все знаете. Никому не сказать, что его не видели. Кто успел, его вкачал. Это наша майская акция 17 года. Неплохой питомец, но смешной. И, конечно, как вы понимаете, по два питомца, введенных в игру каждый год. И какой же питомец нас ждет на этот Новый год? Ребята, жду ваши комментарии. Хочу узнать, действительно, что будет у нас на Новый год, какой питомец будет, ваши предположения. В общем, очень интересно будет, я думаю. И запомните, ребята, питомцы в нашей игре решают многое. Если они хорошо прокачаны, то у вас будет очень большой плюс. А сейчас, ребята, ставим лайки, если кому понравилось. И будем ждать новое видео по обзору петов. Отдельно для каждого. На них у меня обычно времени не хватает. Слишком много надо анимации всякой туда вклепать. Очень трудно. А сейчас, ребята, счастливо. Качайте питомцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду вас у новых видео. It went on.